Словарь профессионального жаргона говорит, что в кино слово «шапка» означает конец съемочного процесса и вечеринка в честь этого. Но у нас получилась не вечеринка, а небольшой утренник, так как ранний кадр был снят около 6 утра, и большая часть съемочной группы должна была ехать из Одессы в Киев домой. Конечно, во время этого мероприятия поднимают тосты, подводят итоги и делятся впечатлениями о том, как проходил съемочный процесс. Спасибо, спасибо. И отдельно за шот на вечеринке «Панорама». Тише, как-то. За «Панораму» галочку. За одного из главных персонажей данного дня. Великую актрису Елену. О, боже мой! Наливайте шампанское. У меня нету шампанского. И просто органичная, красивая женщина. Спасибо большое. Я тогда в ответ скажу. Я скажу в ответ. Сейчас мне нальют. Но я могу и так начать. Я вам хочу сказать, что я очень счастлива, что я попала в этот проект. Мне было безумно приятно работать здесь. Я получала огромное удовольствие от общения и от того, что я делаю. Это истинная правда, я не вру. Я очень надеюсь, что наша встреча не последняя. Потому что, знаете, бывают редкие встречи, но они очень качественные. Так вот, мне кажется, что наша встреча была первая, но качественная. Поэтому я пью за вас, за то, что вы чудесные люди. Я всем желаю здоровья и счастья. Спасибо. Я вас люблю. Вы вас тоже. За вас. Мы вас любим. Спасибо. Мы вас любим. Спасибо. Кстати, название «Шапка» получено от давней традиции. В старые добрые времена при завершении съемок фильма человек, выполняющий обязанности администратора, проходил всю съемочную группу со снятой с головы шапкой, собирая таким образом деньги на празднование в честь окончания этих съемок. Ну, историю, может быть, и подзабыли, а название «Шапка» осталось. Каждый проект – это маленькая жизнь. Скоро начнем новую, так что следите за новинками на моем канале.